Видеописьмо нам прислали жители дома номер 10 по проспекту Ленинского комсомола. Они благодарят за то, что наконец-то провели благоустройство территории у домов 6, 8, 10 и 12. Стало намного просторнее, появилось большое парковочное пространство. Обновили место, где находятся мусорные контейнеры. Но, добавляют авторы сообщения, работа, по их мнению, не доведена до конца. Заросли травы вдоль забора детского сада пугают своим видом. Прохожие используют эту территорию в качестве мусорки, выбрасывая все, что не удается донести до ближайшей урны. Мы связались с директором дорсервиса Владимиром Уткиным, который пообещал, что проблема будет устранена. Основной камень преткновения – это окос. И обращу на это внимание, но стараемся в разумные сроки это все привести в соответствие. Ну а жителям хочется напомнить простую истину. Чисто не там, где убирают. Давайте будем хорошими хозяевами своего города.